У нас тут Бомбалина уже сидит, паук лежит. У нас следующая сценка. Это где такие есть кубики. И есть Джамбо Джош, который в окошко. Вот он, этот Джамбо Джош, который в окошко подглядывает, все ли здесь на своих местах. В игре это выглядит вот так. Вот так он заглядывает в окно. Мы в этот момент сидим на стуле. Рядом Бомбалина, паук лежит. Ну, так как мы и сделали. Только тут стол гораздо длиннее. И нужно, чтобы в этой комнате все было так, как в самом начале, когда он заглядывает. Потом нужно прыгать по вот этим кубикам, ставить оранжевые кубики рядом, запрыгивать наверх. Ну, вот так вот это выглядит в игре. Вот здесь вот нужно убрать разноцветные кубики, запомнить, какой последовательности, подобрать оранжевые и потом вернуть те кубики на место разноцветные. Примерно так мы и сделали. Так, как он оставлял. Ему надо, чтобы все было на своих местах, чтобы тот кубик там лежал, эти здесь стояли. А Алисе нужно собирать кубики, пока он не видит, залезать и доставать вещи. Ну, в общем, это будет весело. Еще и Бомбалина иногда портит все, потому что она идет и на доске что-то рисует, а тоже нельзя, чтобы было нарисовано, надо стереть. В общем, надо, чтобы все было в первозданном виде. В игре это происходит вот так. Ты открываешь комнату, идешь запрыгивать по кубам. Вот эти оранжевые ты поставил сам на зеленые, чтобы запрыгнуть. Ты запрыгиваешь, подбираешь там кубик сверху. Вот видите, оранжевый кубик сверху. Потом забираешь все свои кубики, которые поставил. Выходишь из этой комнаты и видишь, что Бомбалина нарисовала что-то на доске. Да, комнату надо обязательно закрыть, потому что если не закроешь, Джамбо Джош придет проверять и скажет, что все не так, как было. И вот то, что она нарисовала, нужно стереть. Вот примерно так же у нас будет происходить сегодня. Бомбалина будет рисовать на доске, а Алисе надо будет бежать и это стирать. Вот так вот по игре мы делаем как бы в реальной жизни. Ну что, зеленая карточка применяется к зеленой двери? Ого! Это то самое... Бомбалина! Сейчас начну. Так, а где кубики? Что делать, как? Подожди, тебе туда оранжевый надо ставить, а не зеленый. А, хорошо. Так. А где оранжевые кубики там брать? Там есть. А, оранжевый? Не, стой, надо сначала эти убрать, потом взять оранжевые, эти поставить на место. Ты забыла? А ты запомнила, какой где лежит? Ну вот, значит, Джамбо Джош будет орать. Так, теперь тебе что нужно сделать? Нужно, да, залезать. Папа будет помогать, придерживать тебя будет. Вот так вот. Вау. Всё. Так, теперь тебе надо три оранжевых там поставить, где один стоит. И залезать и смотреть на том холодильнике. Один. Не, этих хватит. Так, и не вижу. Пошли. Нужно все назад сложить. Папа, нет, не папа, ты играешь. Я вообще играю. Складывай. Блин, кажется, ты не так все сложила. No! Those orange squares you placed weren't there originally! Блин, прости, мам. Я-то тут при чем? Ой, все заново начинаем. Нет, нельзя так просто брать. Нужно убрать эти. Запомнить, как они лежали. Можно я два уберу? Не. Тут вроде бы красный. Здесь. Нет. Это та самая.
ставь три кубика, залезай, там нужно что-то найти. Третье. Мне надо стереть. Да, нормально. Скорее стирай. Стирай, стирай. Он же еще не идет. Он только предупреждает. Все. Все, молодец. Кубики, кубики положи на место. Долезь на большой холодильник, на серый. Нужно спешить. Достала, забирай. Всё. Кубики сложи на место. Папа. Нет, давай, давай. Предупреждаю. Папе, давай. Да не он, а кубик третий. Давай, папе, третий кубик. Садись. Может, он не заметит. Не заметил. Так, теперь тебе нужно идти в коридор. Это вторая дверь с кубиками, с оранжевыми. А их надо брать? Да, да, с собой надо брать. Папа может помочь. Папа, ставь здесь. Да, помоги. Помоги. Папа, смотри. Такая. Так, смотри, что там? Наверное, все три нужно поставить. Туда, где? Черненькая. Папа, помогай. Да. На ступеньках выше, выше смотри. О, вышла. Кубики забирай. Бомболин опять что-то рисует. Помоги, пап. Давай, бери! И ставь быстрее к нам! Стирочку! Ох, уже ты бомбалина! Скорей садись! Успела! А теперь надо еще два таких кусочка найти. Тебе нужно брать кубики оранжевые и искать. Я тебе подскажу, где. Стоп, вот тут можно без кубиков. Значит, надо вот это открыть. Открывай. Все доставать, выкладывать и искать тоже бумажечку. Но только ты должна все успеть сложить, если он будет выглядывать. Да, все доставай. Но если он будет идти, надо успеть назад сложить. Да, теперь нужно успеть сложить. Идет. Так, чтобы шкаф закрылся. Скорее садись. No. Не успела сесть. Не успела сесть. Теперь все заново. Да. Все твои рисунки уходят обратно. Нет. Нет. Так. Пока он не появился. Так, доставай кубик. Да. Ой.
Все забрала. Кубики раскладывай на место. Надо стереть. Успеть. Он идет. Надо успеть стереть. Давай, давай, давай. Садись скорей. Успела. Давай скорей. Давай. Давай. Идем туда. Кубики на место. Приходит. Молодец, успела. Мира, тебя здесь не было. Здесь не было. Нет, это не ошибка. Алис, скорее ищи в ящике теперь. Третью бумажку. Взяла. Отлично. Осталась последняя бумажка. Да, я тебе расскажу, где ее искать. Но сюда нужно брать 3 кубика. Хорошо. Давай, залезай за кубиком. Нужно 3 кубика. Куда? Вот сюда. Последняя в чашках спрятана. Их нужно перебирать, но так, чтобы не разбить. Можешь давать папе. Хорошо. Вдруг в какой-то в нижний намажешь, может быть. Или под ними, может быть. Давай, давай. Ну, я сюда буду ставить. Так, время еще есть. Не разбить. Предупреждает папу сразу. Надо складывать обратно, папа. Пап, складывай, складывай обратно. Пока он не пришел. Да, пока он не пришел. А то иначе все заново придется начинать. Да. Давай, пап, помогай. Он сейчас. А кубики. Пап, кубики. Быстрее. Все. Успели. Давай скорее. Вижу, давай скорее в чашке. Кубики бери. Кубики. Если ты сейчас успеешь, то ты все соберешь. Давай, пап. Давай я подержу. Аккуратно. Ага, еще сложить обратно надо. Давай, пап, складывай. Здрасте, ты должна складывать, да? Я хочу, чтобы папа. Давай, все. Убирай. О, бамбулина рисует, Алис. Мама, убирай кубики. Алис, бамбулина нарисовала. О, хорошо. Блин. Так, быстро, быстро, прибыстро. Садись. Ура! Ты прошла. Я сейчас надо это сложить. Все, ты прошла этот уровень. Да, бомбалина. А это вот сюда. И что это? Нам надо идти до Проши. Это карта сокровищ. Да, это карта сокровищ. А ну давай смотреть, где искать сокровища.
Давай, смотри. Отсюда сюда, потом сюда, потом сюда в класс бомбалина. Где сокровище находится? Где крестик? Вот здесь. Что это за комната? Это комната бомбалины, где я училась у нее в классе. Нет, бомбалина вон рядом. А, да. А это справа. Что там справа? Справа крест. Да, но что это за маленькая комната? Я думаю, это стул или комодик. Спасибо. Идем. Джамбо Джордж. Джамбо. Ой, проход закрыт. Проход закрыт. А, ладно, давай его откроем. Пролезай. Тут замок! Замок! Не, ну нам точно не в замок. Была нарисована маленькая комнатка. Где здесь маленькая комнатка? Подумай. Я уже догадалась. В туалете. Смотри, ты поднимаешься? Вот так, иди сюда, встань. И сразу маленькая комнатка. Справа. Давай. Будем искать сокровища. Вау! Тут есть сокровища? Да. Вау! Мама! Ого, сокровищ! Сколько тут бомбанов! Смотри, мама, сейчас нужно! И золото! Тут целый мешок надо сокровищ. Мистер Грима Крюч! Ух ты! Тут куча сокровищ! О боже, где мне так красивые бутики! О, мисс Луна! Ух ты, ты же ее хотела? Да, тут еще висят девочка Стингер Флинн и Ханки Джейк, смотри. Супер. И еще толстый гейзер. Боже, их даже не вот знаю. Вот этого я не знаю. Я не знаю. Ну, я его видела. О, привет. Кто там? О, за чемоданом. Кто там? Вон, видишь, желтый. Да, ты его знаешь? Не. А кто там вон в уголке? В уголке? Это груш Мисет. О, птица опила. Да, птица опила. Цветочек еще какой-то. Демон Банган. Сороконога. Сколько их здесь? Ну, правда, сокровища. Так. Не обманули. Где я нашла ключ? А вон розовая свинка. Это огненный шеф-пикстер. А, так вот куда ключ-то применить? Давай ищи. Хорошо. Где замок? Стой. А, привет, кролик. Да, а зачем свет нельзя включать? Нельзя, потому что так придумано. Так, я не вижу. Чтоб ты нашла фонариком. Я не вижу. У тебя перед носом. Перед носом? Перед носом. Где? Прямо рядом с тобой. Возле, ты прямо вот стоишь, можешь дотянуться. Можешь рукой дотронуться даже, когда стоишь. Где? Я не вижу. Ищи. Куда ты можешь достать рукой? Ищи. Вот сюда. Давайте справа. Здесь? Нет. Перед носом. Перед носом. Давайте вниз посмотри. Вниз. Ой, где? А, спасибо. Теперь давай включим свет. Да. Эй. Давай фонарик. Ну сколько? А, привет. Смотри, кто здесь? Кто там? Вон. О, а кто это? Это Мишка. Он есть в третьей части. Понятно. Замочек, открывайся. Что-то не получается, а ключ точно от него? Да. Может, сунуть по-другому? Помогите. Вау! Открылся замочек. Давайте. Дай, стоп, стоп. О, а, привет. Там кто-то, кого я не знаю. О, как это отлепить? Поприходили. Бан-бан пришел, кстати. Бан-бан пришел смотреть на бан-банов. Это тот заяц самый! Точно. Смотри, а я вижу вон, смотри, с короной кенгуру. Ух ты! Волшебный тутуру! Все, шкатулка открыта. Телефон!
Тебе телефон подарили? Ой, бог! Ты этот не разобьешь? Нет, точно. Точно? Смотри. Вау! Даже есть номера телефонов? Да. Блин, класс. О, божечки, мне подарили телефон. Тут даже... Это не просто телефон, это айфон. Ой-ой-ой. А что? Монстров тоже надо все собирать? Ну да, иди бери кулек, будем собирать. Посчитаем, сколько их тут. Не хочешь с бамбалиной потанцевать, пообниматься? Нет, держи. Не хочешь? Не, а кто это был бамбалиной? Бамбалина. Пошли посмотрим, ой, где она, бамбалина. Подожди, смотри. Ждет тебя бамбалина. Вон, красный. Ух ты. А ты до сих пор не догадалась, кто был бамбалиной? Нет. Кто? А не, она кто? Предполагала вообще-то. А вдруг кто настоящая бамбалина? Да, и мы тоже говорим. Ой, смотрю, тут кошек собралось. Пошли посмотрим, кто бамбалина. Пошли. Потом придем за монстрами. Возьмем кулек. Да. Пойдем. Хочешь, я вас сфотографирую на твой телефон? Да. О, давай. Будет у тебя фотография с бамбалиной. Сейчас посмотрю. Он там сам, наверное, живет. Я вижу его мордочку. Сейчас как выпрыгнет. Бу. Бамбалина, что? Я хочу посмотреть, кто ты. Я хочу посмотреть, кто это бамбалина. Ну давай посмотрим. Алиса же знает, что это костюм. Да. Покажете? Да. Давай. Ты готова? Да. Точно? Да. Дедушка, наверное, да? Да. Думаешь, дедушка бамбалина? Да. Давай. Хочешь? Да! Джош, он знаешь, кто был? Нет. Джамбо Джош. Посмотри, отодвинь. Джамбо Джош. Это сам. Его Катюша поднимала. Забирай его. Джамбо Джош. Хорошо, собирай. Нам надо. Извини, что пришлось сюда. Не трогай меня, я сплю. Ладно. А, я тебя могу съесть. Что это? Бамбалина спать. Она не трогает. А что, еще от мамы и папы подарок будет? Так что жди. Давай, давай. А вот и наш подарок с Костей и Лисочки. Да-да-да, мы решили подарить столик, когда-то у нас такой был, столик для песка, но он у нас был гораздо меньше, без вот этих двух карманов. А крышку прислали прозрачную сверху? Вот же, вот это. А, она на крышке, да. А еще к ней должен быть такой держатель, ее можно вот так вот ставить, она стоя стоит. Ну, не было ничего, ну, какие-то. Может, это вот это они? Может. Ну, что-то слишком простенькое для держателя. Просто дерево выпилены. Ой, просто класс. Это песочек, да? Это кинетический или обычный, не знаешь? Не знаю. Там должны были кинетического и обычного прислать. Да, да, это кинетический, точно, да. А это ты дополнительно. Да, да, да. А еще должны быть вот эти такие шарики, ну, типа арбизы вот эти. Их тоже насыпают, и оно красиво. Наверное, они тоже здесь. А, это стаканчики. Угу. Да, тут 3 килограмма. А, это все кинетический. Значит, то обычный. Понятно.
Все, у нас вечер. Уже всем пора спать. Котики уже вот улеглись в коридорчике. И мы с Костей наконец-то. Я готова. Подарим Алисочке от нас подарок. Пойдем. На втором этаже папа собрал его. Хе, Мируся. Так, поднимаемся. Это такой столик, на котором можно играть песочком. Это звездное небо, видишь? Такое, его можно убрать. Давай, уберем. Давай. Теперь крышку тоже можно убрать. И ты сюда насыпаешь песочек. Это у тебя красный песочек. Теперь попробуй порисуй пальчиком. Ну, так, смелей. Засыпивай, вот так можно рисовать, смотри. Угу. Рисование светом. Смотри, есть такие вот формочки. Да. Вот берешь, например, насыпаешь, потом поднимаешь, у тебя слоник. Вижу. А можно наоборот, вот так взять слоника, на него насыпать, попробовать. Теперь аккуратненько поднять. Ой, не получилось. В общем, есть разные такие формочки. Дай попробуй. Ой, выключилось. Да, почему-то оно выключается. Непонятно почему. Может, это другое? Да вот и мы с папой не понимаем. Ну, такое ощущение, что перегревается вот эта вот штука. Она очень горячая. Что-то новое. Надо им писать. Что ты делаешь? Пустыня. Тогда я тебе на желтенький перекручу, давай. Красная пустыня. Оп, вау. Смотри. Вот пультик. Тут можно разный цвет делать твоему столику. Какой ты хочешь цвет? Вот такая вот у меня пустыня. Видишь? Я вот этот цвет хочу. Давай подальше, чтобы песок не сыпался. Я рада, что тебе наш подарок понравился. Идем в пустыню. Вот. У меня будет сплошной песок один. Все, малыш, я очень рада, что ты у нас появилась. Спасибо. Ты такое счастье для нас. Знаешь, такое сложное время. Вот благодаря тебе мы с папой счастливы. И нам легче переживать всякие неприятности. Благодаря тому, что у нас есть такое солнышко. Да. Мы тебя очень любим. Спасибо. Прости, большая. Прости, большой, не будет лапшей. Хорошо. Вот. Это что лапша? Лапша, макарон. А не любим. Это так шутят, шутят. Смотри. Вот такой? Ого, какой. Вулкан. Да? Это в нем лава еще, вот этот песок. Это какой-то стульчик маленький нужен тебе. На, это уже рада этому попробуй. Миру. Ты рада этому миру? Да. Этот мир тоже тебе рад, солнышко. Да. И Бамбалина очень рада со мной. И Даша очень рада была, что я родилась. Все рады, зайка. Да. Мы тебя все очень любим. И бабушка, и Катя, и вы. И я рада, что родилась. Настя звонила сегодня, кстати, поздравляла Алису. Сказала, очень соскучилась, и уже приедет, тогда и обнимет. Так, ну что, на этом всем пока. Нам пора спать. Сейчас ребенок наиграется, и буду укладывать. Завтра гости придут, солнышко, нам надо лечь сегодня. Я понимаю, что тебе хочется поиграть. Поиграй немножко, и пойдем баньки. Хорошо? Ну, такой чудесный вышел день рождения. Это вау. Осторожно, только на ковер не насыпь. Хорошо? О, это как крылья. Вот так больше похоже? Да. А так еще больше похоже. Угу.